теорию знаете, вам это сказать. Вот так. Все, думать, кто будет. Давай. Убирай руки. Ты аккуратнее, подожди. Я тебя боюсь. Лучше делать ход, сделай. Когда он нажал? Что ж делать? Да, вообще. Ага, задумался. Не очень сильно. Опа. Невозможно ничего делать. Давай. Что ж делать с тобой? Не знаю, что с ним делать. Давай, в центр можно поставить. О, это порадовало. Это порадовало. Отдадим, забирает. Да пусть собирает, ну не важно. Главное хижей понимаешь. Так, давай. Ты просто еще быстрее начнет ходить все. Вообще. Лукошка наполнится и все. Лукошка там закидал. Как кладет-то устроено. Не мыть ты чего-нибудь, сейчас шаг даст, и возьмет на всех, которые... Да, может. Такой, да. А, я еще, кстати, рокировку могу, да, сделать? Еще это право у меня есть такое. Мешка висит. Лучше подождать. А, я вот так сейчас. Опа. Ну что? Задумался, да? Да, я шучу. Игорь, попробуй. Ну а как еще бороться-то с ним? Не вижу уже другого выхода. Тигрис, да, Руслан? Пошли. Оля сказал, что там. Он же сбился? Ну все, ничья. Не согласен? Что за дела такие? Давай. Опа. Так, на зимой заводью только. Наливаю еще. Может, уже и зеваю, не знаю. Так. Последнее решение, как он с такой скоростью быстро так нажимаешь на часы, как опытный блицер. Так, ну что? Ну и стоим. Он не стоит. Ничего предлагает снова. Позор, на время играть. Нет, ничего. Ну просто он стоит на месте. Я тоже буду стоять на месте. Отказывается от дальнейшего. Не, ну а стоял. Ну условно, да. Не, ну а. Ну почти начнем проводить. Не начнем, судя по всему. А? Не, ну там слон будет, как только ладья идет сразу выйдет. Короче, три бочка. Не,
меня держу, владеет там. Он уже был учитель. Ну, не, ну, объективно, конечно, шансы есть, конечно. Но он не будет. Это же... Позиции у всех были публики.